Видите, вот, так сказать, отмечаю свой день рождения, вот, в лесу, кайфую, блин. Багирка Харлик, вон что мутит моя собака Харлика. А вон Багирка побежала у меня. Кайф, ну, сегодня 5 число. Видеолик, я думаю, тут выложу. Прикольненький себе на канал, такой интересный получил видеолик. Недолгий, где-то минут 5 это сделаю. Ну, днюху праздную, кайфую, блин. Как раз таки прикольненько, вот, видите, Багирка вот кайфует, побежала все, ко всем. Тут еще вон полянка, вот она, видите. Но мы не здесь сидим, мы в другом месте сидим. Сейчас я вам покажу всех, видите, мы в лесу отдыхаем, кайфуем. От первого лица, ну даже не надо говорить от чего, просто прикольненько, в лесу тут очень красиво, классненько. Я стараюсь делать так, чтобы телефон держать, чтобы все было видно красиво, прикольно. И самое главное, чтобы все не тряслось. В этом лесу мы уже были с другом, а? Когда я видео выкладывал, я просто решил здесь разнообразить, знаете. Тем более день рождения, блин, раз в году бывает. Почему видеолик 5-минутный не записать со своей днюхой? Ха-ха, прикольненько будет на самом деле, а? Багира с Халиком кайфуют, шляются. Ну, я, в принципе, на их месте тоже радовался бы. Они здесь ни разу не были, а. Маленько, пойдемте вниз сходим. Пусть посмотрим, что как там вообще происходит действие. Что там, кто чем занимается, сказать. Ну, я, как говорится, фигней страдаю. В смысле, я хожу вон. Ага, Багирка побежала, да? И хуль-хуль побежала. Блин, метеор, я так, конечно, не могу бежать, а. Да и прикольненько по сторонам посмотреть, а. Ох, везде лес. Очень красиво, зелень, а. Эй, прикольненько мы местечко выбрали, а. На самом деле, для отдыха. Сейчас я вам покажу как раз таки, а. Дальше конь сходим, тоже покажу. Очень прикольненько, а. Нюху отмечаю, блин. 22 года уже старичок твой иметь, а. И вот на канал себе на ютубе я улучшаю. Прикольненько видеолик, а. Праздную день рождения, вот и все. Вот и название видеолика. Такой коротенький, прикольненький видосик. Вот видите, полянка. О, мой батя, блин, мутит тему. О, Багира Харли, там все другие еще где-то какой-то пошли. Видите, тут у нас уже все замутили, все сделали, а. Еще прикольно, получается, еще ветер пакет, блин, уносит, а. Ёпта иметь, вон. Уже, так сказать, костерчик отожгли. Прикольненько. Только пакет надо сейчас поймать. Зараза. О, халюйский индус. О, видите, прикольно, мы тут замутили, а. Сейчас, пока паузёмка нажму. Для истории, для каналии. Мой бателик, еще тот, блядь, чувачок всякую любит всячину говорить. Стесняется, блядь, на камеру, чтобы показывали его. Ёпти. Блядь, стеснение. Ёпти, все, пошел бухать. Так ладно, мама, так вот это пошел, внизу ходит. Дружбан тоже пошел, как говорится, хрен знает куда. А, тут вообще прикольненько, такая поляна, да, сказать, вот отсюда лучше будет видно. Во, ошибись. Сейчас настрою камеру. Да, показать. О, прикольно, да? Ага. И, кстати, прикольное местечко мы нашли, а. Красивое, прикольненькое, суперское. Там сейчас вот вниз схожу, пока тоже паузиночку нажму. О, какой костер уже побольше стал, круто, а. Прикольно. Багирка Харли кайфует, а? Вон, купаясь, Харли убежал. Вон, Багирка шляется. А, Багирка, кайфуешь, а? Она не вдупляет, ходит по речке, кайф, ловит, воду пьет. Ну, вода нормальная, пить можно. Вот Харлюська прибежал. Будь здоров, Харли. Вон там, и батя он стоит, костер горит, прикольненько. Вон, ботильник шляется. Мама там, вон, возит, как говорится, ищет палки для костра. А я хожу, просто видео снимаю. Прикольненько такое, на канал выложу, что классно будет, а, на самом деле. Прикольненький видеоролик такой. Ну, почему такие видеоролики никогда не делать, а? Так, а дружбан, хрен знает, где дружбан находится, а? Вот там Миха ушел. Надо будет его найти. Вот оттуда мы шли, прикольненько, а? В принципе, можно будет туда дальше сходить, а? Снять. Так, там, по-моему, кто-то есть, а? Блин, с людей. Это просто надо будет Багира Харлика подержать. Ага, вот, мать. А, нет, зовут Миха, наоборот. Это не мама, это у мамы это. Вон палки понаходил сколько, а. Ага, мама, это мама, скорее всего, пошла вперед. Ну-ка, ну-ка, давай, Халюся. Спускайся. Ай, Халюся. Да, вон палки несет. А, Васек, блин. Значит, твоя мама, скорее всего, вперед пошла, а. Ну да. Так, сейчас тоже поднимемся. Так, телефон подержишь, чтобы камера не тряслась. Прикольно. Вон, видите, все хорошо, вон. Нюху празднуем, блин, ну я маленько. Ага. На один год я сейчас стал мудрее, старше и ага, лошковее.
Во. Я всегда из леса найду. Вечный огонь. Прикольно, мама по это пошла, не знаю куда, он костер еще больше стал охренеть, да? Да, офигел, он такой радостный бегает, а, шляется. Ага, ай, Васёк, да. Тут еще прикольненько ветерок дует, так, а, аж кайфе не жарко, а, прикольно, ну, в общем, прикольненько, очень красиво, а. Дерево такое большое, классненькое, вообще прикольненько, а. Тут еще такая хорошая поляна, тут на самом деле много полян у нас в Топсе есть, а, прикольных. Помню. Только можно будет как раз таки залезть попробовать, а? На самом деле. Ну да, как говорится, автор, лепту иметь я. Еще тот мастер, снимальщик. Да, был бы телефон еще лучше меня, было бы еще лучше видно. Ага, был бы еще прикольней. Какая-то прикольная такая речка, классненькая. А вот там мама моя вдалеке, а? Багерха и кайфует, ходит, а? Вообще очень прикольненько на самом деле, а? Ну, блин, в деле хотел чисто писать коротенький, да? Ну, блин, днюха раз в году бывает. И, извините, но короткий видеоролик писать не получается, а? Просто очень много классных мест, которых я хотел бы вам показать, на самом деле. Но все, конечно, не покажешь, но тем не менее. О, мама там, не знаю, что делать. Либо фоткается, либо не знаю. О, Багира Харли, а? Багирка впереди стоит, так смотрит на маму, а? Мама, скорее всего, фоткается, да. Видите, вон гора прикольненькая, а? Погода вообще ясная, шикарная, прикольненькая. Я думаю, либо сегодня выложу, ну, 5 числа, вот, либо уже как отрендерил, все такое, выложу через 2-3 дня видеоролика, нормальненькая. После сегодня выложу только метро, 14 серию, поэтому думаю, выкладывать сейчас этот видеоролик будет бессмысленно. Хотя, в принципе, это же не игровой, да, думаю, можно выложить будет на самом деле, а. О, мама уже подходит, а. Прикольненько, да-да, я уже снимаю. Ага, тут вон еще прикольно. Только, конечно, у меня не супер-пупер камера на телефоне. Ой, был бы телефон еще лучше, было бы еще намного красивей и лучше видно. Эй, честное слово, Багира с Харликом ходит, радуется вообще. Ой, опять лопухи же эти, а. Не, лопухи вон там были, во-во, лопухи, блин. Еще тело жгу, мама снимает, я на телефон, я был прав. Да, прикольно. Да, то солнце есть, то нету, блин. В смысле, тут очень прикольно, и погода самое главное, шикарная просто, а. Блин, мама снимает меня, наверное, телефон, а я ее не снимаю. Блин, прикольно. Вот. Шикарная вообще просто сегодня погодка, и вообще просто очень красиво у нас Топсе в лесу, а. Поэтому всем советую сюда приехать, а. Также поставить лайк этому видео, все комментарии свой. Любой, какой захотите, и все остальное. В скором времени я собираюсь название канала своего поменять. Мой канал будет называться Темные Рисы Геймс. Прикольненькое название, мне нравится. Как говорится, совсем не угодишь, кому-то понравится. Кто-то скажет, молодец, кто-то скажет нет. Ну, мне нравится название. У вертолета там далеко вверху летит, его все не увидишь. Он там в небе, а. А Харли забрался, а. Прям в кусты, блин, заросли. Ой, там дальше еще красивее будет, думаю, дальше вам показать. Что такое? Там воды можно набрать. Там воды можно набрать, надо посмотреть. Блин, тут видеолик. Ух ты, воды можно набрать. Ух ты. Прикольненько, камней разных столько дофига зелени, а. Ну тут почти пересохло, а нет, есть, да, вот здесь даже воды можно набрать, прикольненько такой сделали люди, родник, так сказать, кран, а. Вот мастера люди, честное слово, а. Универсальный кран, для всего. Типа Гирка такая подошла наглая. Наглая, но нормальная, я имею в виду. О, мать Харлика снимает, тоже говорю, мать любит. Снимать, я, в принципе, тоже поснимал бы себя, бы, и поснимаю, в принципе, а. А вертолет там вверху летит вообще, а. Много красивых мест Топсе, это капец, а. Думаю, туда еще сходить, сейчас вам показать горы еще. Блин, видеолик хотел сделать на короче, но не получается. Мама пошла, как говорится, ко всем уже. Ага, я понял. Маня говорит, типа туда сходи, иди покажи. Окей, покажу. Сейчас только паузинку нажму. Видите, у нас тут много прикольных мест таких есть, где можно посидеть, а. Люди вам помудрили, много всяких разных, а. Там много поля можно идти, где можно посидеть на самом деле, а.
Видите, такая вот прикольненькая скала у нас, а? Такой, прикольный вниз такой красивый идет, а? Это уже скале очень много лет, если ясно, а? Тут вообще очень много мест классных у нас, а? Поэтому даже 10 минут видеоролика, это хуже так есть, блин. Не хватит, чтобы показать все его красоты нашего леса Туапсе, наших лесов, так сказать, Туапсе. Очень много красивых мест, честное слово. Речка вон течет классно, а. Да, изначально я хотел видеоролик сделать покороче, но решил просто, почему бы и нет, сделать подлиннее, да и прикольных мест разных показать, а. Вообще было бы круто. Иногда такие видеоролики я буду все на канале делать, не только игровые. Больше, конечно, у меня будет игровых видеороликов, потому что, как-никак, у меня это игровой канал. Но я буду также снимать и другие прикольненькие видеоролики, а. А солнце слепит меня, поэтому я очечки один, а то я не вижу, а, что я снимаю на самом деле. Глаза прям слепит, капец. Там дальше еще много классных мест, а. Я бы, в принципе, его еще снял бы, показал бы, но это то далеко идти на самом деле, а. Тут мест очень много классных, поэтому пойду я обратненько, а. Ну сейчас пока опять поузенку нажму. Это такая прозрачная речка, это капец, вода именно, а. Аж очень такая чистая, такая классненькая, прохладная водичка вообще. Вон, халюсенький идет, а. Там бомбардельник с мамой вдалеке. Ну что, Харли, как ты кайфуешь, а? Хотя ты еще меня не поймешь. Если поймешь, сказать не сможешь, а. Кайфует, опять кушать ищет, а. Любитель, да, покушать, блин. Побежал, а. Так, это не будем. А, не, он что-то лазит, там что-то ищет, да. Что, нашел что-то, Харли, а? Что там мутишь? Мне, походу, что-то реально нашел. Правда, не знаю, что. Ах ты, сейчас. Что там увидел? Хуль. Что нашел? Харли. А, побежал, блин. А? Типа, пошли, говори, хватит здесь чего-нибудь страдать. А? Доехали, показывай разные места прикольненькие, а. Очень прикольных разных мест много. Супер. Я специально так делаю камеру, чтобы все увидели. Прикольные разные места у нас. Туапсе. Много разных мест. Харли там что-то уже, походу, нашел. Речушка такая классненькая, прозрачная течет, а. Думаю, сейчас дальше покажу, что там уже наши замутили, я не знаю. В общем, будет весело, прикольненько, поэтому всем приятного просмотра. А, может быть, у кого-нибудь тоже из подписчиков моих синий днюха, поэтому вас поздравляю, желаю вам счастья, здоровья. И вообще, просто всем желаю огромного большого здоровья. На самом деле, здоровье это главное. Одна из главных вещей, в принципе. Да, Харли, пойдем. А я пока паузеночку нажму. Видите, как дерево обвалилось, да? Хорошо, что оно до конца не упало, а. Аж прям с корнями вырвало его, а. Вот, видите, я почти уже подхожу к нашему лагерю, а. Сейчас подойду, посмотрю, что там наши делают. Может, что-нибудь сделали. Так, подожди. Так, все, я к лагерю подошел уже. Сейчас такой инцидент произошел, блин. Придурки шли, блин. Мне же просто спокойненько идти, да? Дебилы, блин, побежали. Начали бегать, без херни страдать. Ну, Багира чуть не укусила их. Да, Багира чуть не укусила их, а. Надо было реально и снять, как это было, а. Вот реально, нормальные люди, блин, стояли бы, блин, или просто мимо спокойно прошли. Они, блин, придурки начали бежать, а. Ну, Багира чуть не укусила их. Молодец, правильно, а. А Халюсика сказал, да пошли нафиг, а, сейчас за ними бегать. Ага, там Миха какой-то пошел. Вот еще пока уже готовимся. Скоро вот стол накроем. Будет, так сказать, прикольно. Видите? Наш пикник готов, все хорошо, вон, мутим тему, все вот шикарно, сейчас будем уже праздновать, в принципе, вообще нормально, стол накрыт, все окей, хорошо, вообще супер, прикольненько, вон, Багирку пристегнули, потому что она, блин, зараза, она все гавкает, а, конечно, козлов, но, тем не менее, защищает нас, а, расскажите, Харли ходит, а, любитель покушать, а, вон, все собрались уже, вот, нормально, все, сейчас будем праздновать, только, конечно, сестра не приехала, а, она в Краснодаре, а, и там уже, вон, почти доделываем, а, Багирка гавкает, гуманиться не может. Ага. Видите, вот. Вон, Багирка села, блин. Гавкает, зараза. О, Харли ловит ящерицу. Харли, аккуратно, ящерицу не убивай-то, а. Все, ну, ты что там жрешь, все? Живущий. Они уже нажрались, а. О, Багирка. А, во, все, еще все собрались нахер. Во, вместе, во, во. Так вот, всех нормально замутило. Багирка вообще окуевшая девуха, блин. Дерзкая, хуже, чем Харли, блин. Зараза. Ну все. Все готово, все хорошо. Все, вот, видите, сейчас будем праздновать. Вот. Всех я вместе заснял. Прикольненько. Нормально. Видео класс получается. О. Сейчас будем кайфовать. Вот он деревья весь сидел. А, там бабы, блин, уже набухались, а. Где-то у них 8 бутылок вина было. Это капец, блин. Точно будем идти обратно. Они же там
полностью бухие будут. Ну там багетка кушает. Ага, из-под шашлыка. Гарнир, так сказать. А Харри-то вящерица ищет, зараза. Ловите, так сказать. Вот все, все вместе собрались. Правда, только что не у всех удалось вырваться. Реально жалко, но у каждого, блин, в общем, время такое бывает. Ладненько, всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, всем. Харли, стой, иди сюда. Пока-пока. Вон с великами едут. А там еще с великами, вон, видите, едут, да? Опа, все. Так, раз на велике. Не зря пристегнули, а? Не зря. Ты что, мудит, а? Вот точно не делал отстегивать, а? Живая собака, а? Она как эта, как шерхан, только меньше. Багира, тихо, тихо, Багира, да угомонись ты уже. Угомонись, ну что? Все, всем спасибо за просмотр еще раз. Всем удачи, всем пока-пока.